Так, слили с вашего топливного фильтра, тест на обратку сделали. Течет первая, вторая и третья форсунка. Четвертая пока нормально. Сливается с фильтра для чего? Определить наличие стружки. Вот она определяется. Видите, там даже видно, ну грязь это ладно, а он металлический беленький, видите, бегают за магнитом. Что говорит о том, что ваш ТНВД гонит стружку. Тут вопрос либо менять форсунки и ездить, пока опять не вынесет, либо все-таки менять уже с ТНВД. Итак, ТНВД ваше вот разобрали. Вот он, то есть восстановленный выглядит вот так. Сняли первое, что подкачку, то есть выработки вот здесь на корпусе нет от шестерни. В корпусе самой подкачки тоже выработки у нас внутри нет. И вот две шестерни. То есть нету выработки ни здесь, ни здесь. Ну как бы вот. Короче, можно ставить. Вот болты, вот насос, который будет стоять. Надо брать. Ладно, все. Итак, смотрите, вот Анатолий вас делает. Если смотрите наш YouTube-канал, там часто его видите. Вот эти два ролика. У вас, заметьте, переделаны под рефру. Рефра не заводская. Вот здесь убираются два ролика и остаются два. Вот они. Один обводной и один натяжной. То есть, вот сейчас я его отворачиваю. То есть, вам это ничего не будет стоить, вам надо просто их приобрести. То есть, по замене. Да нет, человек уже согласился, на ролике покажем. Вот мы добираемся до вашего ТНВД. Вот он. И когда она вот ее загоняла, да, шелестела. Поэтому их будем менять. Как Анатолию. Так, смотрите, вот этот насос, который мы первый вам предлагали, то есть восстановленный, вот он у нас. То есть здесь. Вот это ваш насос, который я снял только что. Вот уже видно, что разбила прям выработка. То есть ваша подкачка. И мы взяли еще один третий насос, тоже восстановленный, вот он также. Вот. Тут зеркала нет, то есть есть даже риски. То есть на том только-только появился след, на этом вообще тут практически ничего нет. Вот, поэтому я думаю, вот этот мы поставим, что последний взяли сейчас. Вот, а ваш вот, ваш насос, который я выдернул. То есть визуально видно, что прям задира на корпусе, ну и здесь на шестерне. Ну что, продолжается установка ТНВД, вот она стоит. Да. Насос вот сразу, чтобы человек видел. Вот он, стоит он, другой. Так, смотрите, тут заметил такую особенность, помыл цепь, она растянута где-то на половину, где-то процентов на 50, и выяснилось, что цепь не оригинальная. То есть у нее должны быть такие ярко-оранжевые метки. То есть, допустим, цепь должна выглядеть вот так. То есть это цепь китайская. Я специально подготовил вам показать цепь. Вот такие ярко-оранжевые. То есть они никогда не стираются, ничего с ними не происходит. А здесь стоит цепь китайская. Тут частично. Есть предположение, что верхний успокоитель тоже не менялся. Старый остался, там есть такие следы. Вот менялись два башмака. Натяжитель был оригинальный. И мы будем ставить уже новый. То есть вот тоже с коробочки. Дело в том, что тот может потом старый, даже оригинальный, может не зафиксироваться. Не, человек уже знает. Вот. Вот то, что такая вот Kia Hyundai. Тогда будем устанавливать оригинальный. То есть, хочу сказать, что, все? Или еще нет? Не, снимай. Вот. Потому что если у вас через 10 тысяч зашумит цепь, не удивляйтесь. Цепь стоит китайская. Не знаю, как с нижними, но верхняя точно. Ну все, поняли вас. Вот они, ваши форсуночки. Достаем. Уже видите, цепи собрали, поставили. ТНВД поставили. Вот три форсуночки. Есть. Осталось. Да, ну, у нас осталось форсунки поставить. Трубки все подготовил, почистил. Один болт пришлось выкинуть. Ну и бак. Помоем бак. Отфильтруем топливо. И все. И что, блядь? Да. Вот он, ваш бак. Вот автомобиль ваш. Если все хорошо, а будет все хорошо, можете собираться. Вот бака, видите, нет. Фильтр новый уже топливный поставили. Вот он стоит, так что сейчас моем, сушим и будем ставить на место. Так, моем ваш заборник, вот смотрите, видите, там вот стружечка есть.
Ну, я основной, я уже слил там. Ну, да, отмываем заборник, он тоже вот стоит в баке. Все это вычищаем, моем и будем собирать. Так, у вас было вот тут вот ваше топливо, чтобы вы не переживали. Вот свежие 10 литров привезли солярки.